битве с черными душами обреченных показал он свою доблесть. Для его крестового похода Серафим даровал ему огромную силу и быстроту, и мощью своей сокрушил он обсидиановые колонны храмов крови. Не зная жалости, обрушился он на чудовище из девяти кругов, палач Рока, несокрушимый, неумолимый, несгибаемый, решил искоренить царство тьмы. Thank you.
уничтожена. С этой стороны портал больше не закрыть. Энергия ада течет в другом мире из источника, который мы называем колодцем. Вы вернулись. Вы единственное создание из плоти, способное перемещаться между мирами. Возможно, у нас есть выход. Вега пытается получить доступ к файлам Оливии. Доберитесь до терминала, и мы предоставим вам информацию.